Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ну что же, заберем в начале награды. 85 долларов, а здесь у нас 80, окей. Так, идем в магазин, открываем с вами бесплатно колоду. Так, нам выпадает Кирби. Да, именно он. Здесь забираем реворд. Так, и быстренько отправляемся на Рокзара. Что нам нужно найти? 6 комиксов еще. Ну, давайте попробуем. Один есть. Может, второй? Нет. Тыква. Как всегда выпадает тыква. Вот. Теперь второй нашли. Здесь мутаген только выпал. А здесь нам опять выпадает тыква. Третий комикс. Так, остается еще 3 штуки. Опять тыква нам выпала. Во. Так, остаются последние 2. Нам выпал бесплатный телепорт. Так, и последний комикс мы с вами находим. И все будет хорошо, отлично. Все, ребята, с комиксами мы разобрались. Нам остается найти 11 вот этих очков и сколько там, 6 камней. А мы с вами выполнили уже задание? Да, выполнили, к сожалению. Поэтому забираем реворд и быстренько идем на серию испытаний. Нам нужно ее пройти для того, чтобы забрать реворд. Потом поднимем уровень персонажу, и в принципе с этим делом будет покончено. Пойдем на арену. Сегодня, кстати, будет у нас розыгрыш Супер Шреддера. Нам нужно обязательно победить, как можно больше получить ДНК для того, чтобы нам его прапать. А напомню, нам нужно еще 25 ДНК. Так, ну что, маузеров уничтожаем. Ага, не так-то было просто. Окей. Баксер, давай еще разок. Ах, не добил. Так, он кричит. Нам, кстати, нужно подлечиться маленечко. Так, Шреддер, Бибоп и Джастин. Давай тогда мы поставим пока уклонение. Теперь сделаем массовую атаку нашим Усаги. Так, машет, машет. Ну, этому кранты, этому, по идее, тоже. Значит, мы с тобой пока подхилимся. И нужно валить, наверное, вот этого. Хотя Шреддер тоже вредный. Давай, наверное, с него... Ой, что я сделал? Опять поспешил. Опять поспешил. Ладно, давай попробуем таким вот образом. Теперь вызовем маузеров. Ну, в принципе, я думаю, что постепенный урон их заберет. Если мы, конечно, не успеем их добить. Хотя нет, все у нас хорошо. Ну что, испытание вот это у нас пройдено. Значит, мы получаем с вами реворд и продолжаем. Последнее, это нам нужно поднять уровень, да? Поднять уровень персонажу. А это у нас будет кто? Давай посмотрим, сколько у нас, во-первых, мутагена. Почти 28 тысяч. Кого бы нам прапать, а? Давай хорошенько посмотрим. Тут все полтинники. Так, 45-й у Лисы, у Кунаичи, у Леонардо Ролевого. Ой, да тут много 45-х уровней у меня. Я даже, если честно, и не знаю. Может быть, нам прокачать все-таки Змейка Вьюна? Давай-ка мы поднимем ему вот до 65-го уровня. Будем потихонечку, может быть, с вами апать уже отстающих наших героев. Так, Крис Брэдфорд, мы можем тебя апнуть? Нет, не хватает. Тогда Карайку. Отлично, все, ребят, мутаген у нас закончился. Мы с вами забираем весь реворд. Ну что, давай глянем, как меня сбросили на арене, потому что вчера, ребят, я не играл. О, Лига Сёгунов, одна звезда. Вчера не играл, потому что я уезжал в другой город по делам. Целый день меня, короче, не было. Ну что, давайте потихонечку, полегонечку будем приступать. Потому что сегодня пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Осталось тут совсем немножко. Значит так, Владосик, Даниэла и Эндрю у нас. Мне почему-то хочется подраться с Владосиком. Так, ну что, поехали. 51-й, 52-й уровень здесь максимальный. И мы сейчас будем, наверное, отыгрывать своих 45-х. Кстати, Рафаэля можно было бы прокачать до 45-го уровня. Я думаю, это было бы
Идеально, а то как-то 43-й. Перфекционисты опять заплачут, да? Как всегда. Ну ладно, это все потом, ребята. А сейчас у нас выход Лео, и посмотрим, как он с этим делом справится. Идеально справляется. Мы с вами получаем все кубки, все у нас идеально. И будем, естественно, продвигаться с вами дальше. В мастера я сегодня навряд ли продвинусь, мне кажется. Но посмотрим, как пойдет все. 33-я позиция. В принципе, неплохо, но все равно очень далеко нам еще. И самое обидное, что у всех одинаковые кубки. Нету, да, где-нибудь 16, 20. Так, Ксения. Кто там у нас? Ралисон. И Рил. Ну, давай, наверное, возьмем Рила. Так. Можно было бы даже Леонардо, мне кажется, в эту... Железная голова. Тут как тут. Можно было бы, в принципе, без Лео, наверное, мне кажется, здесь справиться. Но я хочу просто отыграть своих персонажей, которые имеют 45 уровень. А, соответственно, они здесь будут слабее и могут сфейлиться. Я этого, конечно, допустить не могу. А с помощью Леонардо у нас все получается идеально. Так, мне все-таки в голове сидит другая мысль. Как мы сегодня будем с вами получать ДНК на Супер Шреддера? Блин, вот прям не могу. Еще не забывайте, что мы сделаем с вами, наверное, парочку... дополнительных проходов, да? Я имею в виду в плане того, что мы будем фармить с вами. И вот больше всего у меня надежда, конечно, на фарм. Там по 3, по 4 ДНК можно зарабатывать. И как бы 25 ДНК, в принципе, реально заработать. Так, ну что, Леонардо. Дальше у нас вот эти вот ребята идут. И, кстати, маловато у нас остается героев для этого, хотел сказать, испытания, для этой арены. Ну, ладушки, Лео, давай, прояви свою, так сказать, прыть. А он это умеет. Как вы видите, идеально у него это все получается. И мы с вами идем далее. Мне бы хотя бы в этих сёгунах подняться до третьей звезды. Ой-ой-ой-ой, плохо. Я вообще-то думал, что мы перейдем уже на две звездочки, но не тут-то было. Опять тут Ксения, Ванька и Эльдар. Я, наверное, здесь возьму... Давай, наверное, Ксюху возьмем. Возьмем Ксюху. Железная голова постоянно лезет. Я не понимаю, что он прям ему не имется. Хоть действительно, опять его отыгрывай, чтобы он больше сюда не лез. Ксюха какая-то немножко не такая, да? Странная там фотография маленькая. Может, так просто искривила ее. Но Леонардо, опять же, все-таки был на высоте у нас. И мы с тобой двигаемся дальше. Вот сейчас мы попадаем, естественно, в сёгуны две звезды. Посмотрим, какое место нам выпадет. 94-е. Слушай, ребят, нам как минимум нужно будет провести 9 боев. Я думаю, что не хватит у меня героев для этого дела. Ахмат и Мухаммед. Слишком много Мухаммедов у нас здесь появилось. Слишком много. Даже больше, чем Алексеев. Окей, раз, два, три, четыре. То есть еще где-то там будет 4 бойца. 4 на 4 это будет у нас сколько? 16. Так, поехали. Да, не хватит нам все-таки, ребят. Ох, Рокстеди, ты что, припух, что ли? Лежать, я сказал. Да. А я-то думал, ребят, что мы с вами сегодня попадем хотя бы в сёгун 3 звезды на 50-ю позицию. Ну, где-то так я рассчитывал, чтобы у меня еще было 2 дня впереди. А у меня как раз эти дни выпадают на выходные. Так что мы с вами в понедельник будем делать все как полагается, да? То есть во время отката мы с вами будем бустовать. Главное все это дело не проспать. Ну что же, Лео. Дальше у нас кто идет? Да ё-моё, ну... Мондагека, Крысиный Король, Кунаичи. Какая Кунаичи? Это Эйприл. И Ксевер Монтес. Вот такая вот у нас компашечка. Ну что, Лео, давай. Я на тебя надеюсь, как всегда. И он справляется с этим идеально. Отлично, мы с вами двигаемся тогда дальше. По накатанной все. Какая нам позиция сейчас достанется? 68-я? Оу, 66-я. И не забывай, что у нас всего лишь один откат остался.
Так, Мэтью, Сашка и Владимир. Тут, естественно, мы будем брать с вами Александра. И все, да, у нас остается совсем-совсем мало персонажей. Причем, не забывай, здесь уже пошли 60 уровни, а мы с тобой только лишь полтинники доигрываем. Тоже есть одна проблема в этом. Без Лео нам будет плохо. Ну, если у Саги еще, ну, сам понимаешь, один раз только я могу его использовать. Опа-на, тихо. Так, Донни упал, и давай попробуем вот так сделать. Да, Рафаэль тоже упал. Отлично. Все, короче, Леонардо у нас больше в боях присутствовать не будет. Кстати, я хотел посмотреть, сколько у нас с вами... Все, я уже увидел. 400 долларов, этого мало. Я лучше, наверное, подкоплю маленько, да, для того, чтобы в воскресенье, если мне не будет хватать, докупить себе откатов. А для чего? А для того, чтобы я смог потом хорошенечко прожать наших противников и выбиться, ну, постараться, по крайней мере, в сёгуны, точнее, в мастера две звезды. Так, что у нас тут? Аиша, Мухаммед и Нонейм. Ну, я не знаю, давай, наверное, возьмем с тобой Мухаммеда. Возьмем Мухаммеда, у нас откатов больше нету. Поэтому я беру Усаги. Раз, два, три. Блин, ну тут опасно, конечно. Очень опасно. Потому что противник все равно будет получше. У меня только Усаги здесь может за себя постоять. Ну, может быть, еще Шархан. Тигриный коготь. Так, Усаги делает свою вертушку. В принципе, неплохо. Эти два, даже три героя уже потенциально готовы. Остается нам добить с тобой Бакстера Стокмана. Все, идеально, ребята. Можно даже уже не играть, пропускать ходы, и они будут падать, но мы уж добьем. А вот теперь что делать, скажи-ка мне на милость. У меня нет Усаги, у меня нет Лео. Мне придется теперь кем? Рафаэлем играть? Это не вариант, поверь мне. Рафаэль, он как атакующий очень слаб. Он больше как провокатор все-таки. Здесь у всех кубки одинаковые, поэтому я беру самого слабого. Это будет у нас Весом. Блин, Рафаэль, ну ё-моё, ну как так-то? Давай, наверное, я возьму Бакстера Стокмана и возьму сюда Зека. Потом Ванюшку, Сплинтера и Тимати. Как ты думаешь, у нас есть шанс вот такой командой здесь победить без потерь наших бойцов? Вопрос спорный, поэтому надо посмотреть. Мне кажется, что Тимми и Ванька, конечно, здесь самые слабые. Ой-ой-ой, так, давай выпустим волну, наверное. Слушай, ну в принципе хорошо. Ну-ка давай, Сплинтер. Отлично. Он все-таки победил Донателло, и мы с тобой здесь идеально прошли. Ну а сам понимаешь, у нас с тобой бойцов еще меньше стало. И теперь я не знаю даже, кого нам выбрать. Но мы приближаемся к сёгунам 3 звезды. 25-я позиция. Нам нужно еще, ну как минимум, 2-3 боя. Так, выбираем самого слабого. И по моему мнению, это все-таки будет Шайфул. Шайфул. Так, что у нас осталось? Паукус, нейтрализатор, змея Карай. Ладно, возьму Рафаэля. И ко всему прочему, я, наверное, сюда возьму Рокзара. Я думаю, что все поняли, для чего я взял сюда Рокзара. Естественно, чтобы он стоял в провокации. Смотрим так, по массовым атакам. Ну, здесь у него все хорошо. Здесь есть Лео, здесь есть нейтрализатор, Донателло. Так что нам нужно с вами как-то по-быстренькому с ними справиться. Замедление сработало, но не на всех. Ой-ой-ой-ой-ой, что ж тут творится? Так, во-первых, нам нужно бы убрать отсюда Майки, чтобы он не бафал. Отлично, так, сможет нейтрализатор у нас тут? Ох, как четенько. Так, ну подожди, я надеюсь, что Рокзар выдержит этот удар. Ты посмотри, сколько он урона нанес, а? Поэтому я и говорю, что если ему прокачать вот этот вот удар с разбега, то Рокстеди будет неплохо дамажить, но одному, правда, противнику. Ну давай, давай, 12-ю позицию мне. Вау, все, ребята, все, гуны, 3 звезды, у нас дорога открыта. Так, смотрим. Глебушка, да? Глеб, кстати, очень часто тоже мне попадается на ринге. Да, что-то как-то
Не солидно получается. Что мы с тобой можем сделать в этой ситуации? Может быть, змейковьюна оставим, а возьмем... Блин, это такой риск. Это подстава, ребята. Вот сейчас в данный момент идет чистая подстава. Я взял Рафаэля. Он 43 уровня. Не дай боже, ему тут пропишут. Он упадет сразу. Он не выдержит. Вся надежда у меня на Железноголового. Но надо дождаться, пока он сможет встать. Оу, в провокацию. Походу не получится, да? Ну-ка, давай попробуем с тобой сделать защиту дополнительную. Может быть, как-то это спасет. Оу. Так, нет, только не суператакой. Оу, ты сам видишь, что происходит здесь. Давай-ка все-таки мы сделаем провокацию с тобой. Мы еще и замедлили. А они усиливаются. Так, ну что, друзья мои, погнали. Так, Мондагека первый. Неплохо ты майки ему врезал. Так, сможешь? Вообще не попал. Карай-ка ты. Ну тут, конечно, ребят, все предельно ясно. Мы с вами, наверное, не успеем их разобрать. Надо было... Ну-ка, давай вот так сделаем. Эйприл надо уничтожать. Да-да-да, она же у нас хиллер. Она сейчас им восстановит всем здоровье. Ну-ка. Да ну! Так, Крис, давай. Нормуль. Так, теперь попробуем Донни. А это, кстати, ребята, все защищает защита от Донни. Не зря он ее ставил. Она очень крепкая. Так, ну, Рафаэль промахивается. И я думаю, что мы все-таки добьем с вами Рафика. Ну что, ребята, а вот следующий бой, как нам с вами проводить, я пока даже не знаю. Опять же, три бойца вроде бы крепких. Сёгуны, родные мои, наконец-то я забрался сюда. Но опять же, ненадолго, меня завтра, наверное, скинут. Здесь рисковать неохота, я возьму тогда вот этого нонейма, бородача. Будем как-то... Так, отыгрывать, я даже не знаю, ребята, у меня нет провокации здесь. И при всем при этом, смотри сам, какие здесь уровни. Да, тут даже, наверное, нам Армагоша не поможет, потому что... Я не знаю, ребята, я попробую, конечно, что-нибудь здесь сделать. Не хватило этого запала. Так, если только, конечно, Змейковьюн как-нибудь... Ну почти, почти нет, не надо, блин, все, ребят. Ну это фейл. Это 100% фейл. Давай вот так тогда сделаем еще. Блин. Так, удар снизу. Оу, Макман рассыпался, друзья мои. Минус еще кто-то. Нет, Армагон выдержал. Так, давай попробуем бросить осколки. Ну, правда, я думаю, что это... Да, маловероятно, что кого-то подобьем. Отлично, еще минус 2. Так, минус Майки. И остается лишь у нас Рокстеди. Вот я думаю, что сделать. Защиту лучше или ударить? Давай ударим. У него, кстати, пониженная атака. Это может нам хорошо зайти. Ну-ка. Нет. Не годится так, а так. Все, ребята. Ну, ты сам видишь, мы потеряли одного бойца, к сожалению. Но он был слишком ватным, не выдержал испытания боем, поэтому он упал. Но главное, что мы здесь прошли. И позиция у нас становится 88-я. А я хотел до 50-го места добраться. Но не получилось, ребят. Но теперь самое интересное. Идем... Почему? Блин, еще 2 часа ждать, ребят. Ну, ё-моё, ну... Ну, что прикажете мне теперь делать? 2 часа еще ждать. Я-то думал, что мы сегодня уже Шреддера будем... проходить. Надо было глянуть вначале, а потом уже что-то говорить. Так, я хочу, знаешь что? Я хочу пофармить маленечко. Раз не получается пока супер Шреддера получить, я хочу... Идите вы со своими осколками. $3. О, Эприл Кунаичи. 2 ДНК я получил. Так. Давай еще разок попробуем. Кружка, ё-моё, ну что? Что? Морозильная кружка, она мне не нужна. Жетоны. Камень Талик, ну, в принципе, пригодится. Опять жетоны, ребята. И опять жетоны. Так, все. Сыр у нас с тобой закончился, к сожалению. А что прикажешь мне тогда сделать, а? Чем заняться?
Значит, сегодня не получится, ребята, у нас с вами пойти за супер шреддером, потому что я уйду уже на работу. Приключения. Мы, кстати, с вами давненько, знаешь, что, не крутили рулетку. Давай, наверное, разочек-другой крутанем. Может быть, нам что-нибудь выпадет здесь. Вот, постановочка. И... давай, на... нет, чтобы вот Бибо подать мне, да, у которого 3 ДНК. Шиш тебе. Естественно, дают того, кого меньше всего. А если я так сделаю? Ну, дай хотя бы Рокстеди мне. Нет. Бибопа. И последний раз с тобой крутим. Остановочка. О-о-о-о. Да что такое сегодня? Один Леонардо нам выпадает. Один просто Леонардо нам сегодня выпал. Ну что, ребят, еще остается только лишь, наверное, пойти на смятение из другого измерения. Добить, так сказать, пиццу. Погнали тогда, чё? Тогда погнали. Будем здесь добивать эту пиццу. Так, две волны. И у нас тут, ой, паукус. Начнем, наверное, с него, пожалуй. Хе-хе, Майки так слабо ударил. У Саги тоже, кстати, не очень хорошо. Но он заблокировал его, по крайней мере. Так, е, теперь дети. Ай-яй-яй-яй, стрела зад. Погнали. Так, он взял на себя провокацию еще, да? Минус. Так, давай его добьем, наверное. Шикарно. И переходим на последнюю волну. Пиццелиции у нас тут, да, значит. И Бакстер-муха. Давай муху, наверное, отсюда уберем. И теперь будем брать уже пиццелицию в расход. Маленько не получается у нас с вами как-то. Молодец, Бакстер. Так, давай теперь вот этих вот пошинкуем. С удара просто снес. Крис, ты что выделываешься здесь, я не понял, а? Тебе сказали лежать и не вставать. Давай, а, нету. Уже закончился у нас, ребята, двойной удар, поэтому мы его так забомбили. Ладушки, все великолепно. Мне нравится, устраивает вполне. И двигаемся дальше. Может быть, мы, кстати, успеем сегодня пройти хотя бы вот эти вот испытания, которые здесь находятся вокруг. Да? Заходим сюда. Здесь у нас хан, крысиный король и змея Карай. Первым становится хан. Будем бомбить. Я хотел вначале, подумал, может быть, уклонение поставить. Ах ты упыреныш. Он сделал дебаф. Это не есть хорошо. Нам надо, знаешь, что с тобой сделать? Наоборот, тогда баф. Вот так вот. Но все равно атака у некоторых бойцов пониженная. Например, у Лео, да, была, и у Бакстера Стокмана. Отлично. Зря выделывается, а? Сейчас ведь получит. Ну что, хан, попробуем тебя... Не вышло, а так если... Все. Вторая волна. Тут у нас скрип. Еще, оказывается, есть крысиный король. Ну, поехали. Сейчас попробуем с вами... А давай так сделаем. Я хотел Леонардо, чтобы он вертушку применил. Ну, раз Усаги напросился, так уж и быть. Упс, а что так слабо? Не, ребят, на самом деле очень слабо. Должно быть намного круче. Что-то Усаги сегодня не в духе. Да ладно, Майки не смог пробить. Так, я смотрю по хпшкам. Нам, наверное, надо немножечко подлечиться, подхилиться. Так, упал король. Упала змея. А этот еще поживет, да, наверное? Недолго. Недолго пожил, конечно. Ну, двигаемся с вами далее. Ну давай, 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 хорош. У нас остается раз, два, три. Три задания. Три задания — это для того, чтобы сделать именно вот эту вот локу пройти. На самом деле заданий-то здесь еще много.
еще будем подхиливаться или нет? Наверное, пока не будем, да? Потерпим еще удар, хотя хан может нам... Вот смотри, смотри, что он делает. Воу, ты видел? И это уже опасно, друзья мои. Нам срочно нужно... Вот. Ну, ты сам видел, да, на что способен хан. Это просто лютость какая-то. Если бы у Майки было бы чуть-чуть поменьше здоровья, он бы его ушатал бы. Так, добиваем этого клан-футовца, киборга. И второго. Усаги, давай, две атаки, тебе достаточно. Нормуль. Слушай, здесь такая же команда, как была в прошлом бою, да? Крысиный король, крип и змея-карай. Я случайно не по повтору пошел, а? Погоди-ка, я действительно не по повтору пошел, потому что там хан был первым. Да ну, быть такого не может, чтобы я спутал. Или все-таки я попутал, а, ребят? Будет обидно, конечно. Так, минус и крип. Ой, да что так? Ты посмотри, ребят, что у меня Микеланджело такой ватный-то? То хан его наказал, то теперь крип по нему звезданул так, что ему мало не показалось. Так, давай вторую атаку. Все, друзья, добили. Так, давай-ка глянем. Неужели я по второму кругу пошел, а? Такого быть... Нет, ну я же сейчас получил 3 звезды. Не может быть такого, ребят. Да нет, все четенько, все хорошо. Значит, там получается повторяющиеся персонажи в боях. Так выходит? Хм, странно. Я раньше этого не замечал. Так, у нас тут крип. Ну, с крипом все намного проще. Двойную атаку повесили. Эй-эй-эй-эй, тихо. Этого нам не надо, потому что если крип начнет бить Майки, он его ушатает с двух атак-то. Даже Усаги не помогает нам здесь. Опс. Так, давай валить. Ну что, крысята, попались? Снизили защиту. Так, контратака. И переходим на вторую волну. Ксевьер Монтес, Шреддер, ну и, как мы видим, Крис Брэдфорд. Я буду бомбить пока Шреддера. Неплохо, так я тебе скажу. Давай теперь, Усаги, твой выход. Слушай, ребят, ну в принципе хорошо. В принципе хорошо, потому что эти сейчас будут падать. Давай, наверное, вот этого подобьем маленько. Теперь... Монтеса. Неужели они не успеют даже сходить? Ну да, так получилось, ребят. И остается у нас с вами один бой. Это именно с черепашками. Кстати, у нас что там по хилкам? Я не посмотрел. Вот это вот. Центральная битва. Ой-ой-ой, сюда бы Майки, конечно, нежелательно брать. А как быть? Давай я, наверное... Зека или... Давай Зека. Микеланджело я не стал сюда брать принципиально, потому что я знаю... Кстати, без уклонения здесь будет нам очень плохо, ребят. Так, замедлили, да? Начинается, успел он все-таки сделать усиление атаки. Ну что, Усаги, будь добр, пожалуйста, повесь на нас хороший баф, чтобы мы могли дать ответный удар. Вертушка в обязательном порядке. Отлично, хотя бы минус Лео. Вот и понеслась душа в рай. Так, ответь. Промахнулись. Рафик не промахивается. Так, давай, наверное, Рафаэля убьем, потому что он может хильнуть. Теперь я выпускаю волну. Так, Дуни выжил. Все, друзья мои, нормуль здесь у нас получилось. Мы с вами прошли это испытание на 3 звездочки. Самое главное здесь получить 3 звезды. Так, у нас с тобой 2 пиццы. Я так понимаю, вот сюда нам не хватит, да? Да, ребят, не хватит, потому что здесь нужно 6. Ну, тогда я тебе скажу следующее. Увидимся с тобой завтра. Будем уже точно 100% проходить испытания на Супер Шреддера, ну и посмотрим, что такое союзники. Хотя вряд ли у нас дойдет до союзников. Все будем сливать, наверное, сюда вот, в Супер Шреддера. Ну а на этом все, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам.